за окном уже весна, а это значит, что весна у нас будет джазовая. Я уже где-то говорил, что весной у нас наступает авитаминоз, какое-то ухудшение настроения, что ли. Я думаю, что джазовая музыка даст вам заряд бодрости и великолепного самочувствия надолго. Вот ближайшее джазовое событие – это концерт в рамках международного джазового фестиваля «Тудинги джаз», то есть студенческий джаз, состоится у нас 17 марта, это суббота, в 18:00 в культурном центре «Женева», как обычно. Необычно что будет? Необычно то, что, во-первых, вход бесплатный. Это такой подарок Джазового союза Эстонии, Нарвского отдела культуры и Нарвского джаз-клуба любителям музыки. Что нас ждет на этой встрече? Ну вот такое одно из условий этого фестиваля, чтобы участвовала местная какая-то команда джазовая, и наш город будет представлять биг-бенд Нарва джаз-бенд Нарвской музыкальной школы, состоящий из разновозрастных ребят. Ну, у нас возраст так от 8-9 лет и до 23-25 лет. Такой состав будет интересный. Мы будем играть для вас традиционный классический джаз. Что в этом выступлении может быть некоторым сюрпризом, может быть, это выступление молодой начинающей джазовой певицы Марии Магеровой. Это класс педагога Елены Юзвик. И к нам приедет в гости один из выпускников Нарвской музыкальной школы, который начинал свою, можно сказать, джазовую карьеру именно в этом оркестре. Это саксофонист Артем Репьюк. И в гостях у нашего джаз-клуба интересное, ну и не совсем обычное, может быть, джазовое трио, Вейкки трио из Финляндии, из самой такой известной музыкальной академии в Европе, это академия имени Яна Сибелиуса, и трио представит программу, в которую войдут тоже и джазовые стандарты, но в их собственной интерпретации. Кроме этого, любимым композитором этого трио является Майлз Дэвис, это известнейший американский джазовый трубач. И будут они играть еще некоторые обработки популярной западной музыки. Так что и я, и клуб, мы ждем вас в субботу, 17 марта, в 18:00. Приходите с семьями, приходите с друзьями. Я думаю, мы неплохо проведем время.